Я пошел в музыку в 5 лет. Меня привезла в эту школу моя мама. Мне нравится Фредерик Шопен, Ференц Лист, Гайден нравится, Йозеф Гайден. И Бах нравится очень, и Бетховен. Я утром занимаюсь в школе, потом в обед у меня учеба, и вечером я опять занимаюсь. У меня нет свободных времени.